Изначально предполагалось 1647 участников, это год основания города. Но желающих оказалось больше. Открылся праздник исполнением гимна России, а затем состоялась премьера гимна Новоскольского района. Работа над гимном велась в течение года. Муниципальным советом Новоскольского района был объявлен конкурс на лучший текст и музыку. В нем принимали участие школьники, жители города и сельских округов, а также поэты и композиторы со всего региона. Каждый из предложенных вариантов обсуждался на заседаниях общественного совета. В итоге победила работа хормейстера Центра культурного развития «Оскол» Ирины Марценюк. Она написала музыку и текст гимна. Очень старалась, переживала. Вдохновил город, его история, его традиции, его боевая слава. Люди, которые здесь прекрасно просто себя проявляют в различных творческих талантах. Правда, вот переполняли чувства. Как-то хотелось, чтобы весь мир слышал наше исполнение. Замечательно. Вот за душу берет. Исполнение этого гимна прежде всего пробуждает патриотизм у нас, вот, у молодого поколения. И это объединяет людей. Каждое мероприятие вот, в каждом поселении, я считаю, вот, нашего района, должно начинаться теперь с этого прекрасного гимна района. Изначально предполагалось 1647 участников, это год основания города. Но желающих оказалось больше. Открылся праздник исполнением гимна России, а затем состоялась премьера гимна Новоскольского района. Работа над гимном велась в течение года. Муниципальным советом Новоскольского района был объявлен конкурс на лучший текст и музыку. В нем принимали участие школьники, жители города и сельских округов, а также поэты и композиторы со всего региона. Каждый из предложенных вариантов обсуждался на заседаниях общественного совета. В итоге победила работа хормейстера Центра культурного развития «Оскол» Ирины Марценюк. Она написала музыку и текст гимна. Очень старалась, переживала. Вдохновил город, его история, его традиции, его боевая слава. Люди, которые здесь прекрасно просто себя проявляют в различных творческих талантах. Правда, вот переполняли чувства. Как-то хотелось, чтобы весь мир слышал наше исполнение. Замечательно. Вот за душу берет. Исполнение этого гимна прежде всего пробуждает патриотизм у нас, вот, у молодого поколения. И это объединяет людей. Каждое мероприятие вот, в каждом поселении, я считаю, вот, нашего района, должно начинаться теперь с этого прекрасного гимна района.